Волонтерский центр Сургутского педагогического университета одержал победу в федеральном конкурсе и стал единственным в Югре представителем волонтерской программы международного проекта «Игры будущего 2024». Турнир пройдет в Казани по нескольким новым видам спорта. Елена Каткова расскажет об этом подробнее. Одинаково хорошо владеть мячом и на настоящем игровом поле, и перед монитором компьютера. Это условия фиджитал-футбола, синтез виртуального и реального спорта. В университете состоялся городской турнир между вузами города. У нас на втором этаже в спортивном зале ребята играли в фифу, а внизу уже на самом поле играли в футбол. А те, кто ничего не делал, у нас был, так скажем, сектор для настольного футбола, они там тоже играли. То есть везде был футбол. Ну, ребятам всем понравилось, в принципе, все ушли довольны, попросили, что можно бы еще провести какие-нибудь мероприятия. В течение года в вузе проведут еще как минимум 7 подобных турниров. В планах собрать команду и принять участие в соревнованиях международного уровня. В 2024 году в Казани пройдут первые киберспортивные игры будущего. Они будут организованы с использованием современных технологий цифровой среды и физической активности. Представитель от университета сейчас работает в Татарстане. Получит методические рекомендации от организаторов, расскажут о KPI проекта, расскажут о том, каким образом, собственно, будет вестись подготовка волонтеров. Она будет идти по трем направлениям. Это, собственно, организация мероприятия спортивного, также это работа атташе и сервисное волонтерство. И для этого у нас в университете есть все ресурсы. Из более чем 300 заявок со всей России выбрали 30 вузов. Волонтеры помогут в организации игр будущего. Студенты Сургутского государственного педагогического университета и не только студенты, и вообще жители Югры смогут пройти подготовку в нашем волонтерском центре и отправиться, собственно говоря, в Казань 2024, стать частью этого масштабного мероприятия. Стремились, собственно говоря, победить и очень рады, что признали наш опыт, который уже есть в направлении фиджитал. Игры будущего – это 16 дисциплин. Фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, гонки дронов, фиджитал-единоборства и другие. Новое направление в спорте поддерживают преподаватели. В России это движение набирает обороты. Буквально вот тот проект, который запущен правительством Российской Федерации о том, что игры будущего состоятся в 2024 году, они дают новые движения. Но не только приставки и компьютерные игры, еще и движения. Новый вид спорта позволил привлечь студентов к двигательной активности. В марте в вузе проведут турнир по джаз-денсу. Елена Каткова, Арман Турбин, Вести Югория, Сургут.